Часто слышу вопрос: «Батюшка, как правильно воспитывать детей?» Ну, если в первую очередь о духовном, я отвечу после того, как сейчас вы посмотрите кратенькое видео. Together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kings. With this much desire, together. Как мы увидели, тут мы должны в первую очередь воспитывать личным примером. Не на словах, что что-то можно делать, что-то нельзя. Дети учатся от нас, не слыша. Почему говорят, не слушается ребенок? Дети учатся видеть. Если нет нашего духовного, живого примера, то все наши какие-то советы и призывы они не запомнят. Потому что они будут видеть несостыковку нашей жизни и наших слов. Поэтому в первую очередь воспитываем со страхом и верою, любовью ко Господу и своим личным примером. Храни Господь.